обеспечить жильем молодые многодетные семьи и детей-сирот, оказать поддержку ветеранам, рассчитаться с долгами за газ. Эти и другие вопросы Михаил Игнатьев обсудил на видеоконференции с главами администрации районов и городов. За прошедшие два месяца в эксплуатацию введено около 24 тысяч квадратных метров жилья. А всего за год планируется построить не менее 850 квадратных метров. Эти данные озвучил на видеоконференции министр строительства Олег Марков. По федеральной программе планируется обеспечить жильем не менее 600 молодых семей. В 2014 году поступят деньги и на господдержку ветеранов. Жилье получат 34 многодетных семьи. Более 250 детей-сирот. Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем социальных групп населения, считает Михаил Игнатьев. Нельзя допускать срыв сроков ввода жилья недобросовестными подрядчиками. Также на видеоконференции обсуждали долги за природный газ. По состоянию на сегодняшний день задолженность муниципалитетов и теплоснабжающих организаций перед газовиками составляет более 630 миллионов рублей. Больше всех задолжали города Чебоксары, Алатырь, Алатырский, Аликовский, Красночитайский, Шумерлинский районы. Главам администрации необходимо соблюдать достигнутые договоренности и принять оперативные меры по погашению задолженности, подчеркнул глава республики.